И вновь акты вандализма зафиксировали в Серпухове. На этот раз молодые люди в центре города разрисовали торговый киоск. У этого и без того пестрого киоска теперь появится еще одна так называемая заплатка. А все благодаря трем парням. На видео с камер наблюдения видно, как молодые люди, ничуть не смутившись, достают из рюкзака баллончик и начинают рисовать. Пока один выводил свои каракули, другие в обнимку наблюдали. Эта ситуация произошла в полночь, но даже дневной свет не пугает серпуховичей. Например, подросток в вечернее время разрисовывает другой торговый объект на улице Весенней. Теперь владельцам этих павильонов за свой счет придется закрашивать такие художества. Это административное правонарушение, за которое Госатомтехнадзор и административная комиссия, возможно, могут наложить штрафные санкции. На его родителей? Да, конечно. Кроме торговых павильонов, в Серпухове постоянно разрисовывают фасады домов и детские площадки, ломают лавочки и качели. Например, еще утром вот так выглядела скамейка на площади 49-й армии. Ее уже починили. Но вместо того, чтобы строить и реконструировать новые площадки и зоны отдыха, приходится чинить сломанные объекты. Хотелось призвать в первую очередь жителей относиться очень бережно к фасадам зданий, которые отремонтированы, к детским площадкам, игровым комплексам и спортивным. Мы ежегодно ремонтируем более 30 площадок в год. Мы видим, что наш труд, он не ценится. Если вы стали свидетелями вчерашнего или других актов вандализма, не проходите мимо. Сообщайте по телефону 112.